on my mind. There's a memory. You were holding my hand tight, kissing on a moonlit street. And I've been missing you since then. Yeah, I still smell you on my sheets. Loving you is sweet, sweetheart. Losing you is killing me. Baby, I can't breathe. Baby, I can't that I can't forget. And I've been missing you since then. Yeah, I still smell you on my sheets. Loving you is sweet, sweetheart. Losing you is killing me. Baby, I can't breathe. Honey, I'm on my knees. Baby, can you hear me? Honey, you don't have to hide. Sometimes you're alone, there's no one to turn to, feeling you be left outside. Struggle with a heavy mind. Just breathe in life and light it up. Pray for those lost in all. Like a waterfall flowing on the riverside, places you don't have to hide. Someday you find love, somebody to run to, walking by the ocean side. Meet you at the mountain night. Just breathe in life and light it up. Pray for those lost in all.
feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine.
It's what my heart needed. You stayed in me in the moments I felt most alone. But when I didn't feel defeated, without you, I would not be me. Without you, I'd never feel complete. It's the way I know you'd stay with me night and day. It's a lifetime of loving you. И вот буквально проходит некоторое время, и мы сами врываемся на сразу же счет 2-3 между командами Pavaga Gaming, хотел бы я сказать, но нет, это у нас ребята из медицинских университетов. Куб ГМУ против Рязанского ГМУ воочию встретились в турнире по Андромеде, получив прямое приглашение, сейчас будут показывать настоящий мастер-класс. Вот у нас нападение на Андаинга, и сейчас будет... Ух ты, минус убивает Андаинг, сейчас будет ломать вышку, пытается что-то делать Рикки. Ну, наверное, сломает ее спокойно и уйдет. Ему это и хорошо, но тут начинается дальше атака. Внизу у нас, кстати, вот он просто бежит и бегает, это алхимик стоит, защищается. Что-то мне напоминает это немножко International. Сейчас, одну секундочку, сейчас хотелось бы открыть вам сеточку. Так, нападение у нас в баночку кидает. Опа. Просто так в белку дал. Ну, чтобы ей неповадно не было. Так, сеточка. Так, у нас там погибает потом лансер наверху. Ух ты, удивительно. От течки и от Рикки. Неплохой. Так, а сейчас мы с вами немного поговорим про доту саму. Все, и у нас также погибает еще и Тинни. Тинни погибает от Андаинга. Ух ты. Андаинг все время погибает. Вот. Ты понимаешь, что у нас белка наверх. Смотреть, кто у нас тут есть. Два инвизика друг против друга сражаются. Погибает у нас течка. Но тем временем забирают у нас... Да, забрали у нас течку. И хотят бежать за Рикки Мартином. Рикки Мартин уходит и будет себе делать сразу же... тапочек на ловкость. Белка проходит, вардов у нее нету. А что, она хочет что-то украсть? Да, она хочет украсть руну экспириенса. 280 она получает, неплохо. Ну а что, 250 экспириенса дороги не валяются, и можно еще подобрать свою рунку. Так, у нее как раз вот, опа, и большая часть 4-го левела уже появляется. Он Хантер нападает на Тинни, начинается драка, и это не так. У нас Эдик Дог закидывает с ребятами все, начинает, кидает в него первый, этот третий скилл, начинает бежать, но никого нет, там погибает Андайн все время наверху.
И пока команда КубГМУ немного впереди и по экономике, и по счету. 7-6 в пользу ребят. Что именно сейчас будут делать, непонятно. Так, и еще тычку, и у них все хорошо получается. Тинем. Стоит на мину, у него очень много крипов. Хотя 29 не очень, остальные все уже по 30 разогнались. Алхимик начинает драться против Найтсталкера. Но что-то тут прям неравная битва была. И в ночь Баланар делает свой килл. Так, также у нас медовый Баунти Хантер ходит, стреляет, закидывает всех. Нападение. Вот так закидывает у нас гречку. Начинает его подбрасывать, слишком много демеджа. И палка его добивает. И Лилалек в дота делает очередной килл. Начинает бить тауэр. Так, нападением. И ломает еще крипчик. Ну, сейчас будет ломать потихонечку вышечку. Нужно это делать. Так, Undying. У нас идет гангать мидл с третьим левелом. Что у него есть тамба и дикей. Сейчас начинает заходить, выпадают на тини, что-то Андайн куда-то слишком далеко пошел, мог пойти через речку сразу встретить, надо ставить тамбу, тамбу ставит, лед замедление по всем. Так, я слышал, как Баланар ультанул, по-моему, он начинается. Так, у нас люкены летают, залетают скиллы, но что-то, знаете, за тремя игроками Павлов Плеер погонишься, никого не догонишь. Подумал я, увидел эту ситуацию, ну вот так у нас и получилось. Так, что у нас с алхимиком? Алхимик у нас спокойно фармит крипчиков, но я думаю, у него очень быстро появится радианс. У него потому что аж целых 41 крип, дополнительная голда ему как раз будет идеально. Вот, Баланар пытается убить, но сразу взяет ультимейт, там погибает опять потом лазер наверху. Его течка с Рикки Мартином профессионально разбирает, но при этом вышку он сломал. 8-8, так, ДД. ДД берет у нас Баунти Хантер. Баунти Хантер, кстати, как собираться будет? О, через дизолятор, это физ. И попробуют выйти в алхимика. Есть информация про него, про их увидели или нет. Так, варды имеются. Ну, белка сейчас подумает, алхимик, что не же страшно, ничего. А вот тут у нас тем временем Баунти Хантер из инвиз сейчас выйдет. Его увидели? Вот теперь его точно увидели. И алхимик прячется в лесу, относительно забирая приятный стак. Сейчас хочет ТП-шнуться. Белка. И появляется она наверху для того, чтобы загангать уже и Рики. Так, идет Джинада, нападение, там появляется Баунти Хантер. А у нее есть... А, он потратил и промахивается, к сожалению. У нас белка, ну, не успевает докинуть она до связки своих оппонентов. Undying. Погиб на миду от Тини. Тини себя хорошо раскачал, у нее скоро уже блинк. И это идеальное начало для Тини. Насчет у него... А, ну, кстати, не идеальный счет, 1-2-1 у него. Ну, он стоял в миду, у него много... Он немножко камбэкает по крипам, мы сейчас посмотрим, к чему это ему придет. Ланч сейчас реально не мета, везде его пикают, диффуза, он начинает делать, сколько там не хватает ему. А, ему не хватает всего лишь 1000, вот сейчас оно и появится. Барты не забирают. Давай, опа, Рикки Мартин подходит. А его видели? Да, его видели. Его вот тут вот видели, когда он проходил. Кстати, не два и фарда. Интересно. Так, начинает биться, ребята. Ну ничего. Оп, еще. Идеально. Так, и не получается. Рун спаун топ. Хорошо, что написано справа. Худвин говорит паузу, пишет 2 минуты. Так, пауза отжимает. Все пишут ГМ. И мы 2 минутки подождали. Быстро, ребята, прям 2 минутки для них прошло.
Мы будем смотреть, как все будет происходить тут у нас. Алаксис. Заявляется у нас смачки. Попытается выйти сейчас в мидл какой-то. Баунти Хантер не выйдет. Нападение. Так, нападение на... Те сейчас погибает. Идет нападение. Дальше идет драка. Ну и все. И так получается, что заканчивается у нас. Это битва. И то, что забирают у нас уминает утечка. И команда Кубга мучу себя очень уверенно. Хотели напасть на Тини, но Тини вот немного получает тычку. У него, кстати, блинт на 13 минуте. Очень хорошо. Мы давайте с вами перейдем уже на нетворсики. 6000 у нас медовый БХ. 6000. Ну вот, 4000. Отдельно очень обидно, что вот у алхимика мало. Ну, кстати, что это такое интересное? Короче, вэпон. Яд на нем. Ну, теперь яд. Так, погибает у нас Undying. Дальше идет нападение. Ну, вот Undying немножко загулял. Пытался что-то раскопать. Нет, тени. Да, он раскопал у нас этот, как его, конька Грубунка. Ставит вард. Пытается кого-то найти, какой-то вард, чтобы деньги получить. Ну вот, пока так. Сларк, кстати, Джинаду. Не, он тратит Джинаду, все хорошо. Я просто думал, он сидит. Ну вот у него все дела, у него дезолятор уже появился, сейчас будет делать себе БКБ. Тинем. Сейчас возьмет себе инвиз. Ого, интересно, теперь его все видят. Снимают с него, точняк. Я забыл, что у меня на это есть второй скилл. Я помню, как он был, давал бесплатное БКБ. Это было прям супер. Так, нападение на Рики. Рики отменяет ТП. Сейчас будет прыгать. Сейчас будет прыгать. Пытается на... Потом лазер начинает его бить. Ну, куда-то слишком далеко сошел Тини. Но тут его, к сожалению, все для него останавливается. Ну, вряд ли за ним пойдет Умнинайт. Да, тут ребята, конечно, переборщили. Ой, залетает еще ультимейт. Эдик Дог. Закинул сейчас тучку. Подожди, сейчас что-то будет делать. Он пытается кого-то найти, но просто дает информацию. У нас игрок Павлов Плеерс. Так, нападение еще на Фантом Лансера. И сейчас Фантом Лансер очередной раз погибает. И Мэтт делает очень хороший килл для своей команды. Павлов Плеерс возвращается в игру. Так, дается сайленс, увидели его за спиной. И за это у нас свинку, чтобы убежать. И как-то сбросить себя это, но не получается. Баунти Хантер берет у нас руну. И что у нас тут есть еще? Тут у нас из интересного 8000 нетворса. Камбэк, ну, ребята, реально. Сейчас выберут еще Фантом Лансера. Бедный Фантом Лансер, он погибает. Тут у нас уже вся команда. Как будет интересно без Фантом Лансера драться, надо просто убегать срочно. Так, стоит у нас белочка, закидывает нас просто так, хочет время потерять. Так, вот нападение на Бланара. Бланар начинает играть сайленс. У него просто вцепился Рики мертвой хваткой. Бегает он за... бегает он, так сказать, за... как в мертвой зоне. Но у него не получается. Видается у нас просто как село приходит Баунти Хантер. Что-то Баунти Хантер тут далеко зашел. Тини приходит со спины. Заходит ультимейт еще. И кого-нибудь, чтобы взлетел Тини. А, куда ты же возвращаешься, белка? Ой, белочка совсем туда не вернулась. У нас погибнет Undying. И сейчас у нас еще погибнет. Белочка погибнет или нет? Рики сейчас за ней просто вот идет. Хочет забрать этот килл. Тини прыгает и делает килл. И команда Павлов Плеерс камбэк is real. Очень важно команде набрать эти очки, которые даст им возможность остаться в турнире. Ребят пока занимают предпоследние и предпредпоследние. Но, к сожалению, эти места отправляют нас, ребят, на последнюю... то есть в покидание наш турнир, потому что проходит только 6 команд из группы. И начинают все они с игр
нижней сетки, которая с 5-6 места нижней сетки, а верхние 4 попадает сверху. Вот. Как раз будет интересно смотреть, потому что Павлов пресс переворачивают. Давайте посмотрим по графикам. Ух ты, они перевернули с 27. Господи, как же это все считается? 28-31, да, не сделали? А, нет, вот 25, 22 до 32. 10 тысяч они отыграли за один момент. Вот, уже начинает аннигилировать на срок. Так, дальше нападение. Убивает алхимика. Очень даже равноценный обмен. Алхимику очень грустно, конечно, не фармить в это все время. И сейчас подумает, что нужно делать команде Куб ГМО. Что насчет того, чтобы подпушить у нас, поймать команду в миду противников. Ну, либо вот ротейтнуть туда. Волна 10-го левела, собрал саблю. Сейчас спокойно убегает. Синим. Так, заходит. Идет нападение. КБ-5. Фух, так. Нападение Андайнг очень хорошо сейчас заходит. Вот, мало у него дэмэджа, но он сейчас просто поставил тамбу для того, чтобы она просто была. Нужно как-то засветить эту тамбу срочно. Прыжок Тини! Ой, как хорошо, течка Тини залетают. Очень хорошо. Просто все пока не гриют, приходит потом лазер, погибает у нас течка. Дальше идет нападение и минус еще Баунти Хантер. Плохая драка для команды Куб ГМО. Дальше пытаются как-то найти. Инвиз дает у нас Фантом Лазер и все-таки он погибает. Было бы, для меня было немножко удивление, потому что, кажется, в прошлой игре он его не давал. А, у него гоним шар, да? Все, он покупает шар. И типает у нас Тини Лансера за покупку шарда. На пока ситуация для Куб ГМО не очень. Что, списываем их со счетов? Я думаю, вряд ли еще, ребят, точно на какой-то момент покажут. Единственное, что нужно сейчас не драться. Вот эта последняя драка вообще никуда не вошла. Там в хорошие точки так у нас нападение на белку. Ой-ой-ой, Андайн, там захили срочно! Охренеть хила, да? Да, вот не вкачал, хоть эти белка выживает. И сейчас просто подставляется у нас еще и Рики. Прыжок, промахивается у нас. Течка, и это минус 2 на ровном месте. Напомните, было 5000 преимуществ, теперь это 2 только. Да, грустно. Грустно совсем, ну а что делать? Вы играете для того, чтобы побеждать. И показать нам прекрасную игру именно в этой. На этом турнире. Так, ну поди, ну на. Алекс Дота начинает драться. Так, бьет у нас, как хорошо он все пробивает. Дальше идет. Очень все хорошо. Ну и все. Как я говорю, преимущества от Павлов Перс никакой не осталось. Тут у нас есть руна щита. И можно выйти на Рошана, наверное. Рошана внизу, да, сейчас? Вот, Рошан на нижней части. Beautiful. Да, хотят попробовать забрать куб. Пойти на вражеский куб и его ударить. И забрать себе шардик. И по нетворсу это у нас будет Omni-Knight, что у него шар делает. Has healed the damage. Понятно, отхиливает и дамажит. А в команде противника это Undying. У Undying это Tombstone. О, господи, какая-то очень удивительная вещь. Так, и выйдут ли ребята? Ну, на свой они пытаются? А можно ли разве свой атаковать? По крайней мере, сейчас заберет XP. Нет, хочет отдать его Фантом Лансеру. Начинает вард забирать. Да, да, можно свой бить. Лансер начинает очень сильно пробивать этот куб. Не хочет забирать его команда Павлов Плеерс. Но, кстати, в соло его забирает. Флэшбэк. Почему ему помочь никто не может? Я не понимаю это. Ну, сам, конечно, справляется, но... Да-да, путь подойдет. Так, погибает у нас Баунти Хантер внизу, но вот забирается и получает Худвинг, кстати. О, Худвинг у нас... А, ну вот этот... как его? Забыл, как это называется. Бумеранг. Так, у нас тем временем нападение на Андайнга. Убивают его. 35 секунд его не будет. Пишет сори.
Так, нападение. Иллюзии. Начинает бить иллюзии. Так, нападение. Нет, погибает. Тини прыгает тем временем на Худвиг. Худвиг пытается как-то отойти, но Рик его убивает. Сейчас будет минус вышка на... получается, боте. На боте у Дайер ломает вышку. И сейчас можно отправиться в медовую. Пока у Павлов Плеер теперь они обратно набирают преимущество. Шард взяла все-таки Худвинг, то Худвинг Шард тоже будет очень полезен. И сейчас возможно выйти в мидл и его сломать. Так, нападение. Опа, ух ты, какая же красота. Так, нападение на Рики. Рики сейчас может быть на... сам развернется и просто уничтожит у нас. Ха, на себя таким дэмэдж. Ой, куда же погибает Баунти? Сантер-то совсем не то, идет нападение. Так, я думаю, можно подраться, очень хорошо можно получиться. Залетает у нас скилл, как уже хорошо по... Уминает, но залетает, он просто отпугивает ребят. 5, то есть 35 секунд до Баунти Хантера. И хочется это время посидеть и ничего не поделать, потому что все будет очень плохо. Так, начинает он забирать этот вард. Лансер начинает фармить. Ну, тут, в принципе, что остается делать, только фармить. Вот прошлый замес у нас. А, тут как Баунти Хантер умер, да. И это был, в принципе, замес остановился. Подождите, а куда ультует у нас была Нарсо? 30 секунд. Мисклик, наверное, был. Ну, вот сейчас будет это БКБ, погибает нас Худвинг, дальше идет нападение, будет ли наш какой-то момент, ну, немножко подрежет Диджа, даст стан, даст скилл, возможно, она как-то на развороте, у нас Баланар без ультимейта сейчас будет, как же грустно, ой, опять попадает, тут есть БКБ, залетает у нас Баланар, пока есть ультимейт, хорошо, Рикимар очень хорошо на него заходит, нужна какая-то магия, магии никакой нету, сейчас начинает их просто проверять, но осталось буквально несколько секунд, и все начинается, сейчас Тини залетит, даст гречу, наваливает на Баунти Хантера, надо как-то его спасти, Баунти Хантер выживает, ну, тычку, слишком много, ребята, вы берете на себя, идет нападение, Лансер должен что-то сделать, по Тини, Тини, это будет очень хорошая смерть, если он все-таки погибнет, залетает, ой-ой-ой, течка моя! Да, вот это, конечно, нифигово, но тут у нас все разворачивается в сторону Павлов Плеерс, начинают они убивать, Алаксиса убивают, флешбэк, нет, выживает, опять погибает Баунти Хантер, Андайнг разменяли на одного Мнинайта, хорошо все заместно, сейчас Тини прыгает, и вот тут у нас, по-моему, что-то ты Тини загулял, и это, то есть, наверное, смерть его, у меня нет ни гречи, ничего, да, и отдает он 1000 голды, да, этот Фантому Лансеру. Лансеру это прям подарок. Прям, я думаю, это 1000, да, монет. Ну, почти 700 монет, просто ни за что. Ночь появляется. И теперь Баланар очень силен. Так, начинают драться. Угу. Никого здесь не находит. Думали, что кто-то на них опять нападет, но вот, ребята. О, теперь третий скилл, это опять жралка? Да, все-таки дота возвращается к чему начиналось. Так, выходит у нас в мидл, не опасно ли, опять Баунти Хантер, он 14 левел, мне кажется, он вообще никак не увеличивается, а вот это главная проблема Куб ГМУ. Что-то, когда я вижу эту карту, сразу хочется сказать, что ребята идут на Рошана, но Рошан, я думаю, внизу, не, наверху, может какого-то Рошана забрать, я думаю, с Лансером это все хорошо получится, и он делает Аганим. Интересный выбор. Так, нападение у нас также на... должен быть нападение от команды Куб ГМУ куда-то, юзают они смоки. Это будет очень приятный выход, забрать алхимика, например. Либо направиться куда-нибудь вниз, вот в эту зону. Сейчас я вам вот ее обрисую, вот она. Вот, вот ЗИС. Вот сюда у нас пойти им, ребятам, будет очень хорошо. И как-то загангать, но никого здесь не видят, тройки. Может быть...
что-то найдут в другом месте. Надо, крайне руну экспириенса можно украсть. Так, видит он мне Найта. Наедается у него скилл, но это все равно хоть какая-то цель, можно его быстро забрать, потому что очень много времени он будет выиграть, ультимейт, не будет на него тратить, нет. Он взял ультимейт, так, нападение на Течеса. Течеса тоже сбривают, два саппорта на этот момент. Так, ну сейчас его просто не отпустят. Сам начинает пробивать у нас Баланар, прыжок, не даются ему прыжки, взяется БКБ, БКБ в никуда. Рикки Мартин сейчас, если увидит, можно будет его убить. Нападение на Андайнг, он слишком далеко, он погибает, вязается у нас досты, это размен 2 в 1, но в случае Кубгму это прям приятно. Ух ты, как он бьет эту иллюзию, у нас КБ пятерка. Так, тир 3 токен. Так, идет прививка. Найт Сталкер. Так, идет такая между пауза. Ой, как-то Тини совсем не туда прыгает, ставится там ба. Может как-то его подцепить, но ни один зомбик вообще не как-то не подступается. Так, хорошо, нападает. Подождите, а тут Тини реально один. Ну, то есть, как бы это один. Хотя я извиняюсь, тут нифига не один. Когда это опять Бомбинг Хантер сейчас совсем не хочет стрелять, езжает он БКБ. Хороший БКБ, но он дает 5 погибает. У нас все четвером живы, ребята. 15 лов. Ой, хорошо, сейчас стан залетит. А, все-таки успевает нас автоматик эту езжать. Езжается БКБ у нас у алхимика. Алхимик так заходит. У нас дальше Тини. Тини. Ой, никого не может бросать, к сожалению. Да. И это взрывается у нас КБ 5. И у нас уже команда Павлов почувствовала некую победу. Так, сейчас закинут. Кидают бросок, промахивается он по всему, байбекается оба саппорты. Ну, как сказать, саппорты, это мидер команды, начинает он бить. Нападение, хороший ультимейт от Омни Найта. Как меня начинает лагать, ну ловит. Мы у нас все-таки этого Тини, Тини не отпустит уже 100%. Бегут дальше, это минус 2 байбека, но при этом забирают у нас у игроков. И могу сказать, что байбеки уже купились, я уверен в этом. Хотя нет, смотрите, ты даже не описываешь, что они байбекнули сейчас. А сейчас, сейчас прошлый, следующий замес нам покажут. Вот, вот тут уже байбеки, и уже 2800 у нас отыграла команда. За 2 килла только, 2800 обыграли, еще с байбеками. Так, КБ пятерка нападает, кто-то слишком далеко, у нас КБ 5, залетаешь, ловит у нас Рикки. Надо отойти, сейчас хороший скилл, сейчас Рикки, как быстро его подцепить, летает он второй скилл. Так, летает гранатка, нападение на Рикки Мартин, Рикки выпрыгивает, дальше идет нападение, как же флешбэк хочет отомстить, прыжок, никуда, по крайней мере, сайленс работает, была хорошая стяжка, худенько, минус 2, минус, хорошо делает, уже минус 4 суммарно, какие камбэки! Да-да, не удивляйтесь, это у нас просто команда, есть Рошан, есть сейчас Рошана, возможно, забрать, чтобы он никуда не убежал. Рошана, хорошо у нас фармят, хорошо у нас камбэкнули ребята из Кубгму. Понимаете, что появляется опять куб, и можно попытаться его забрать. А хотя нет, не куб, это руна. Куб только один раз что ли в игру выбирается. Нет, да, не ставит паузу. Пишут, что лагает флешбэк.
Ребята, нас переписываются. И вот у нас Рошан. Что-то ему нехорошо, но вот его сердце можно забрать. Господи, что у нас в чате происходит, ну понятно, уже плавит ребят, 22 часа, ну вообще. Можете замутить его. Опа, и у нас возобновляется игра. Сейчас будет выбирать Раша. Опа, и опять пауза. Все, он дайнг отжимает. И еще плюс Рошан в копилку команды Куб ГМУ. Да, как же нужна эта руна. 13-й левел, и это берет в минус том стол кулдаун. Ну, кстати, не так уже плохо. Был 75, сейчас 60. Ну, то есть минут всего лишь для такого сильного скилла. Возможно, даже можно андайнгу Томстон переделать в ультимейт. Хотя ультимейт тоже очень сильный. Капец, у нас там белка играет на своей гитарке. Так, игра немножко успокоилась, даже как-то удивительно. У меня вот последние все игры, то есть первая была, конечно, не очень однокалиточная относительно. И больше, как бы, остальные игры были просто. Опа! Подождите, а что за ужас? Ну просто игра вышла. Ну, типа я не действительная была игра, немножко не двигал камеры и все. Так, у нас нападение. А почему у нас? Что у нас делает команда Куб ГМУ здесь вообще? Вот эти Куб ГМУ, команда Павел Фрейс здесь вообще не в самой лучшей кондиции. Тут у нас получается. Подождите, а куда Дайнг? Ой, куда этот? У нас идет Алхимик, Алхимик начинает драться, идет отхил, хороший Андайнг. Хорошо, что вкачал все-таки этот скилл, Андайнг погибает. Дальше бежит Тини. Тини! Начинает залетать, начинает просто вносить демедж, но не успевает. Алхимик погибает, байбэк там дайн, хочет байбэкнуться. Там у нас все время разделилась драка на две части. Идет нападение на Рике. Там Сайленс. Но Рик сейчас, если выйдет из танца, будет совсем больно, но нет, он погибает. И Тини тоже уходит. Ух ты! Вот это было очень даже интересно. Что сделал я? А, вы просто гляньте на эти деньги, 2000, вот что значит вкладываться в акции в БКБ, вот это, конечно, удивительный темп. Вот, а Фантом Лазер, конечно, стал дико заряженным, Баланар тоже поднялся, никогда там не видел такого заряженного Баланара. И ломает вышку. Наконец-то добрались они до первой Т2 вышки. По-моему, на ХГ эти уже заходили, да, да, эти на ХГ заходили из Павлов ПС, ребята. Ну, Лансер так просто не оставит эту вышку, будет ее ломать. Сейчас, чтобы глиф не включился, самое главное. Бэкдор и... Он не включится, потому что дэмэджа слишком много, да, наверное, не включится. Фига. Неплохо тиним. Тут уже подошел. Он один или не один, я просто не могу понять. Да, он один пока ходит просто в апгрейдженном Shadow Blade. Извиняюсь, Silver Rage.
просто погулял, посмотрел. У Тини, конечно, по нетворцу тоже не очень приятно, но от него требуется лишь одно так нападение на Тини. Тини, у него БКБ нет, надо его как-то подцепить. Хороший скилл, защита, БКБшку юзается. Начинается пробивание Рики. Рики сейчас очень будет неприятно его забрать. Он называет манту, прыжок. Юзается ультимейт. Ой, куда Тини? А что у нас с Андайдом? Сандайн погибает, попадает алхимик, алхимик есть у него БКБшка. БКБшку есть в любой момент, может нажать, а у нас погибает КБ-5. Это, кстати, очень плохой момент, надо срочно бежать, надо срочно ребят команда. Ну или будет разбираться со всеми. У нас лансер, лансер ловит, ловит белку. Вот понимает, что вот он настоящий, и он погибает первый раз. Ему надо как-то ловить, переложит ли он айтем, прыжок, но ему просто даже не дадут ничего сделать, хотя строится доппельгангер, строится, и у него сайленс, сайленс равно невидимость. Сейчас крипы, к сожалению, он выйдет за крипом, вот это увидится, так и прыгнет. Нет. А подожди, зачем он это делает? Ой, как он выйдет. Сейчас у него будет опять сайленс, он его юзнет. Угу, два сайленса выживают. На Рики Мартина закидывают у нас трек. И буду заходить опять мидл, пытаться так, нападение на... Ой, сейчас Баунти Хантер терять совсем не хочется, он точно, наверное, без байбека, хотя идет какой-то скилл, попадение БКБ, 90 секунд он без байбека. Где команда? Гем, да? У него был гем? Ну, ничего. Так, я понял, кто-то забрал гем, у меня такое ощущение было. Да, гем у Рики Мартина. Вот так, сейчас прыгнет ли... Прыгнет. Алхимик, у него нет блинка, он пытается как-то все фармить, сейчас бьет иллюзий и начинает потихонечку бить лай. Этот мидовый лейн. Могу сказать такой момент, что нету баунти хантера. И что будет делать, так ставится тамба. Ну и это так просто. У как-то далеко у нас идет Тини, а вот Тини, по-моему, загулял. БКБшки у него нету. Хотя его форстафует из-за скил, как мне лагает. Господи, почему? Ну и все. Так, ну, пока с ценой байбеками, или не было байбеков, давайте посмотрим. Не, байбеков, не, ну только даны на одной дайвинге байбеков, это был единственным моментом. Дальше такого ничего не было, тир 4 айтема у нас выпадают. Так, сейчас юзнет он его, и что же выберет? Оп. А, берет вот эту штуку, enchanted quiver. Интересно. И у него кираса, ух ты, он почти на 1000 всего лишь отстает от фантома лансера. Сейчас запарим критику спокойно. Так, и сейчас забирает, и у нас получается Undying получает шар. Не знаю, полезен он в итоге или нет ему будет с этим Томстоулом. А вот Агони мне нравится, смотрите. 4 будет 8 красть. Так, Рошан. Через минуту будет известно, какой у него будет таймер. Так. Вот он лансер. Бегает у нас тут на миду. Тини прыгает, ловит на фонтане, она погибает без байбека. Сейчас. Ну, размен такой себе, Тини, если честно. Ты, конечно, очень молодец, но Undying того не стоил. 16 тысяч нетворца против 7 в 2 раза. И смотрите, сколько денег сейчас получил. 1500 с одного игрока. Вот она камбэк-система. Опять же, повторюсь любимую фразу. И можно пойти наверх. Хотя, посмотрите, лансер хочет мидл попробовать. Пока крипы есть, он вообще ничего не боится и просто ломает вышку. Рики-то пешится. А это нормально, что столько дэмэджа он наносит? Ну и надо выйти наверх теперь. Ломать вышку. Надо кого-то еще подцепить. Пока Бланар летает, он жрает этого дракона, ломает еще. Просто какой-то... как это сказать-то правильно? Вандал. Вандал какой-то. На Бланаре он летает, крипов убивает, жрает все. Не хватает ему какой-нибудь татухи крутой еще с изображением луны или полумесяца. Как тут? Значит, сколько ночь закончится? А, скоро ночь закончится. Ультимейт есть у Баланара? Ультимейта нет у Баланара.
сломаются и пойдут, наверное, по снимушку. Рики Мартин прибит на Бланарбона, взять БКБ, и надо просто отойти. Хотя они тут с Андаингом, вот Андаинга можно было вообще за 2000 убить, и они отходят. И ребята тоже решили не пушить у нас лейн, а спокойно отойти, наверное, защитить ХГ. А будут ли они ломать это ХГ, Рики Мартин все-таки убивает Андаинга. Можно было бы попробовать через тамбу. Все-таки поиграть, засейвить себя немного. Нападение на крипчиков миду. Какой-то будет еще. Да, вот тут этот таур можно забрать за 2000. Слава, кто-то алхимик у нас эту точку. Он тихо стоит. Тут понимаешь, что здесь что-то не так. И он просто за 3000 его съедает. Паунти Хантер у нас БКБ и делает себе шиву. Кстати, у него вообще мало очень айтемов. Шарда у него нету. Ух ты, Алиот Хироус. Интересно, так, сейчас немножко взорвется у нас алхимик, бамс. Начинает бить просто. Скилом. О, Аганиму Тини. Да-да, это то, что ему сейчас и нужно. Шардик у него тоже есть, но понятно, ради дерева. И сет мне нравится. Как будто из глубины морской прошел. Так, Алаксис. Вместе с командой выходит у нас под смачок. Можно, мне кажется, узнать сейчас в миду, что... Хотя, не, крипы близко, но и хочется промить. Так, Рики ходит у нас. Понимаешь, что-то не так. У него очень много айтемов. Так, нападение у нас на кого? На белку. Белка погибает от Тини. Можно было бы опять его как-то подцепить. Подождите, хочет ли это сделать? Да, начинает они драться. Лунар нажимает ультимейт, но Тини он не отпустит. Тини сейчас точно погибнет, это будет совсем неприятно. Хотя ультимейт от Уминайта дает, погибает он, снимает у него этот скилл, дальше это нападение. Алхимик делает ошибку, слики, только сейчас они забирают айтемы. Понимаешь, что на Рошане ребята, и Андайн просто агрессивно идет проверять, есть ли тут кто-то. Вот, кстати, этот скилл. Лоуд and Эли Ин. Как интересно. И убивают минус 2. Делают ребята. А я есть у нас в сторону. Вы просто гляньте эти деньги. Это за 3 килла. А, смотрите, еще и течка умер. Тогда, ну все равно 5000 за троих киллов. За 3 килла. Это, конечно, интересная ситуация. Дайнгу надо какой-то айн-диск сделать, наверное. Надо выживать, потому что он очень много делает в замесе. Вот эту силу высасывания, это одна из самых важных вещей в этом замесе. И что, у нас получается заход на ХГ, нету Тини. Очень, кстати, много крипов, жаль, нет турели. И смотрите, что сейчас будет потом латер делать с вышкой. Вот я просто не понимаю, откуда у него столько дэмэджа. Так, получается, это минус вышка. И у нас тем временем так заходит Рики. Андайн ставит тамбу. Не очень много, и он погибает. Тамба. Смотрите, тут стрелочка такая над тамбой. Типа, залезайте, ребята. Тамба все время стоит. Погибают у нас еще игроки. Ой, Фатум Лансер погибает. Все погибают. Сейчас нахождение. Смотрите, выживает он Фатум Лансер. У него есть также вот этот новый айтем. Что он делает? Да, ну, в принципе, ничего такого. И у нас размен 2 в 2. Ой, Фантом Лансер ловит. ТП-шься туда у нас Тини. И взялся. Ой, опять Невис. Какая же имба. Так. Что же нужно дальше? На самом деле опять 18 тысяч преимуществ за командой RyazGMU. Нужно как-то, наверное, стараться уже закончить игру. Хотя бесконечно последняя игра у ребят на сегодня. Можно взять. Возможно, мы сейчас смотрим самую длинную игру на данном турнире. Хотя она где-то была и больше. Я откомментировал матч, где был 56 минут, по-моему. Но мы с ребятами спокойно идем на рекорд.
Потом Лансер делает себе Скади. Ага, Скади. Вот Башер был бы хорош тоже. Либо Бабочка. Какой-то МКБ есть у кого-нибудь? Нет МКБ. У Рики что, Рики? А Егис? Ой, подождите, а что это Рики здесь делает? Он что, застрял? Просто плюс-минус Аегис. Смотрите, хотят его забрать? У него нету бэйбэка? Или что, он там я случайно зашел на это? Летает Тини, закидывает у нас все. Идет какой-то замес, Вики минус Аегис. Он был зря, ребят, здесь остались. Просто начинает пробивать у нас Баунти-Хантер. Баунти-Хантер погибает. Андай байбэк, он все байбэкаются. Хорошо летает Баланар. Куда же ты идешь, Андай? Тут появляется, надо в тамбу спрятать. Спрятать тамбу, и он прячется в тамбу. Да, и он выживает, все-таки тут все байбекаются. И вот Фантоматер начинается, врывается в игру. Минус Рикки, минус Омнинайт появляется у нас Фантоматер. Фантоматер просто аннигилирует команду. Алхимика прыжок совсем хорошо и выйдет его. Фантоматер, он бай. Он здесь! Он вернулся! Андайн начинает двигаться к убийце против Тини. Там у нас тем временем погибает еще и течка, начинает его убить. Это минус 4 от команды КубГМУ. Сколько байбеков было? Было 3 байбека. Но все равно 7000 плюса. А купили все байбеки. Но вы знаете, в чем минус байбека? Тем, что в смысле тебе сложно вернуться. Смотрите, а сейчас Баланар что, может попытаться его найти? Сейчас, если Баланар зайдет, Баланар понимает, что он где-то здесь. Вот сейчас будет эффект радианса, ему не даст он отойти. Подождите. А инвиз какой-то? Инвиз равно неуязвимость, и он уходит! Ух ты, как зададжьюкил у нас прекрасно этот алхимик. Да, не удивляйтесь, это просто прекраснейшая игра Павлов Players против КубГМУ. 47-я минута у нас уже идет в этом противостоянии. У меня сегодня игры было максимум 30 минут, и Павага проигрывал очень быстро. И все остальные игроки, но вот ребята медицинские показывают, что такое настоящий мастер-класс. Вечерком зайти в дотку и поиграть спокойно для себя на турнире Андромеда. И потому что, может быть, и скоро ожидает медицинский турнир. А какой, вы узнаете совсем скоро. Так, нападение на вышку в миду. У нас только нету Тини. Очень опасно сейчас действует команда КубГМУ. Возможно, есть смысл отойти, дождаться какого-то байбека. Но я думаю, вряд ли такое будут делать. Ребята хотят драться. Вот сейчас съедают у нас лотус большой. У нас там... Вот, кстати, уже 3 лотуса накопилось. Где тут лотус? Я только фонтан только тут? Нет, вот фонтан, все нормально. И еще 2 лотуса тут. Или это 3 лотуса? 2 лотуса, все нормально. 5 лотусов у нас есть. И начинают спокойно фармить ребята из КубГМУ. Понимаю, что байбеков у них нету, ни у кого. Давайте посмотрим статус байбеков. Да, конечно. Байбек есть только вот у Лансера и у Белки. Остальных его нету. Так. Undying. Стоит тут, но его сейчас точно заберут. Оп, Undying. И погибает без байбека, к сожалению. Хотя если его уже спасти, но нет. Нет, так, нападение еще и Фантом Лансера. Фантом Лансера отдавать совсем не хочется. У него есть 2 ХП. Так, взлетает Баланар, он просто тратит время. Ой, попадает, кстати, очень жестко на Омнинайт. Зонит его, там у нас тем временем погибает течка. Это очень хорошо. Ребята втроем разделили драку. А где у нас там Баланар? Баланар тоже станет в стане, он сейчас будет летать еще. Алхимику просто не даст ничего делать, так он бегает. И он залетает еще и на Омнинайта, будет ли на него какое-то нападение. Залетает скилл, залетает у нас также и палки. Ой, как-то много дэмэджа получает у нас Омнинайт. Алхимик взрывается, нужно срочно его убить как-то. Закидывается скиллы, Тини прыгает, Баунти Хантер почти погибает, погибает Алхимик. Байбеков какие-то есть или нет? Нету. 112 секунд выйдут за байбека, ловят у нас также и Фантом Лайтер. Потом Лайтер выйдет, скилл. Хорошо, хорошо, Белка связывает, но срочно делает тэп-аут. И Белка улетает.
2-2, 101 секунда без байбека, у него нету, еще 3 минуты не будет байбека, и это очень хорошая заявочка, чтобы пойти что-то сделать. Рошан у нас стоит еще, нет, не будет стоять, 17 секунд остается для понимания, сколько времени еще будет тратить на него. Так, и алхимик наконец-то заходит на медовую вышку, не дает ему что-то сделать. Тини хорошо докидывает гречу, вызывает пробивать у нас белку, но все нормально, заметает у нас птичка, и хороший, так, и очень удивительный у нас глиф. Хочем потратить. Так, нападение на Рики. Рики что-то прям слишком много получает дэмэджа. Что-то не хочет ли он забрать? Рики в чем без Аегиса. Так, дальше. И отходит. Ребята, конечно, удивительно. Идет у нас уже 50-я минута данной игры. Вот, и взял этот, купил себе в Фантомлатер все-таки этот Скади, и ему интересно будет купить что-нибудь еще. Что-нибудь еще такое интересненькое, что дает на этот дополнительный, может, и Далус, или Супербашер. Так, уже, наверное, всем купил Аганим. Кстати, вот этот Аганим, посмотрим, кого еще есть, нету Аганима. Есть Аганим, есть Аганим, Тини есть Аганим, и на Аэротечке только. Да, течку перегоним, а у него гоним... А, вот это Минфилд Сайн, это очень приятно. И он делает себе Октарин. А, Течес? Он пока ходит, да, с Филофсер Ревенстоном, потому что если замес будет, он его на Трикет Клоак меняет. И все будет хорошо. Так, что у нас по тут? Как дела по шардам и по гонимам? Шард и гоним есть. Шард есть, шард есть. Шард есть, и тут точно шард есть. Да, теперь нет смысла, я не знаю, через сколько спамятся эти новые кубы, но должно быть нормально. Ну, пока у меня есть время, также хотелось бы напомнить о спонсорах КМА. Во-первых, это компания Red Dragon, представляющая игровую периферию, сам ей пользуюсь. Хорошая клавиатура, очень все советую. Обязательно заходите на их сайт, по баннеру. Можете кликнуть снизу и поддержать проект КМА тем, что покупите у ребят какую-то хорошую периферию, и вы тоже будете прекрасно себя чувствовать, так как... вы будете играть на крутой клавиатуре или мышке. Не забываем то, что победитель турнира получает 15 ковриков. Там, кстати, Рошан начинает выбивать. 15 ковриков. О, то есть 5 ковриков. То есть каждый победитель получит по коврику, а MVP турнира получит еще и мышку беспроводную от компании Red Dragon. Поэтому спасибо большое за поддержку турнира. Так, алхимик. У нас тут ловит алхимика. Хорошо прыгает Баланар. Просто начинает отзонивать от этого. Нападает сразу же, но мне на это. Он мне найдет себя скил. Надо его как-то пробить. Он Дайм тут стоит. Вот Андайн надо просто засейвить год какой-то. Ну, Андайн очень не хочет терять. Две тамбы стоит. Так, у нас в те время там начинается драка, потом Лайсер начинает бить, он с Аегисом без байбека, 100 секунд. Ай-яй-яй, 96 голды, 960 голды не хватает, бывает тамба раз, бывает тамба два. И Белка пытается что-то сделать, не хочет как-то забрать, да, она делает это, у нее есть байбек, если что, ой. Вот это грустно просто тем, что, ребят, просто не знал, а гем, сигнализирует об этом у нас синие игроки, и что, надеюсь, они пойдут взрывать, заканчивать? Смотрите, как много скиллов у алхимика. Сломают крипчиков и пойдут, наверное, по мидлу. Ух ты, как сейчас много алхимик зафармил. У него еще есть аганим для себя. А, я думал он... А, вот аганим гранted. Можно противникам отдать? Подумал у нас алхимик. Так, алхимик, что у него делает с ультимейт? А, подождите, а это получается, он дополнительно же получает, да? Алхимист, Мелтдаун, Аганим, Скептер, Тугрент, Алиот, Хирус, Аганим, Скептер, Аганим, а, можно еще апгрейд и еще плюс 25 каждый раз, неплохо, появляется бабка, сейчас появится еще Андайн, 12 секунд до, кстати, вся команда скоро появится, у нас команда в Куб ГМУ, погибает нас Белка без байбека, слишком долго, далеко нагуляла, но есть сейчас команда, можно потерять сейчас все бараки, но это не так уж страшно, 29 тысяч преимущества команда Power Players. Начинают они пробивать эту вышку. Да, конечно, удивительно, что у нас здесь происходит. Нападение на Баунти Хантера. Хантер взяет БКБ, но ему все равно мешают ребята. Он, наверное, отойдет или нет. Алхимик. Так, все, у нас тут мега крипы пуляются. Ребята, как хорошо течка играет. За одного, за второго, без байбека. Байбекается у нас Андайн. Начинается пробивка. И сейчас будет Фантом Лансер тянется в тем, не хочется. Он уходит. Он нарождает ультимейт.
начинает пробивать Happy Flake. Так, поднимем. Поднимем. Так, на Тимми начинает драться. И это у нас... Ой-ой-ой, как же хорошо у нас камбэкают, ребята. Игра продолжается. Между мускил Рики начинает пробивать. Ой-ой-ой-ой. Что творится с Omni Knight? Игра продолжается. 55-я минута. Ну и мы не списываем, что привязок к ГМУ. Остает тут у нас алхимик. Вместе с Рики. Пытаются драться, они против. Кинуть успеть! Да, и кидает он, но не в того. Появляется, он дает ему хороший баша. Так, надо забурить, ну хоть Бланар тогда может забрать, но нет, Бланар, да, Бланар подставляет очень сильно, в него взлетает, он отхиливается. Крипа сжирая, надо ему отойти. У него появляется бочка, он погибает без байбека, это один лансер. Так, остается у нас тут этот лансер пробивает Рики. Рики, у него хед что ли, да, пробивает он Рики. Дальше начинает драться, а Бланар есть байбек, все байбеки, все горит, все пылает. Ломается у нас вышка последняя, у нас просто трон горит, белка побегает. Покидает, а потом лансер у нас, алхимик начинает он его бить, но тут его лансер сейчас расскажет, что он неправда летает его так же. У нас деревья, и у нас ломаются бараки, идет нападение на... Там, на алхимика, у меня какие-то баги пошли, погибает. У нас Баланар, иду дальше, погибает. Погибают, все горит, все пылает. Остается у нас немного на фонтане. Все у нас, как говорит, как дефается на фантом лантер, но все турели предательски бьют эту вышку, и это G. G! Фух. 56 минут, 51 секунда. Да, господа, это вам не International. Это у вас турнир Андромеда. Сейчас загрузится, мы посмотрим счет. Я тогда предварительно потихонечку хотел бы с вами попрощаться. Для вас сегодня комментировал я, Гуис Андрей. Спасибо большое, что смотрели матч вместе со мной. Это было очень удивительное приключение. Я не знал, что такое. Мы отыграли сегодня аж целых почти до 6 раундов. Ребят, 6 игр осталось. И завтра будут последние 2-3 игры у ребят. Поэтому обязательно приходите. Не забывайте о том, что надо подписаться на наши все социальные сети. Все наши социальные сети обязательно нужно подписаться и поддержать наш проект чем угодно, подписками, лайками, может даже донатами, которые помогут нам развиваться дальше. Счет на ваших глазах, команда Павла ФС оказалась все-таки сильнее. Желаю вам всего хорошего, не болейте и до скорых встреч.